Сегодня в Днестровске вспоминали героев-освободителей. Живые цветы и свечи несли к памятнику защитникам родной земли со словами благодарности за мир и свободу от фашизма. 10 апреля 44-го освободили село Незавертайловка и территорию будущего города. Днестровск основали в 1961-м. Мы все должны помнить наших героев, которые пали за то, чтобы мы жили здесь мирно и наши дети могли тут в будущем жить. Освобождение – это свобода. Это свобода от угнетающих людей, которые хотели поработить наши земли. Бойцы Красной Армии в ночь с 9 на 10 они вошли в районе Незавертайловки. Тогда еще города Днестровска не было. Поэтому мы, как правило, празднуем день освобождения территории города Днестровска. Город молодой. И вот советские войска, вначале разведчики вошли, а потом уже вошли остальные. 10 апреля 44-го полки 394-й Криворожской краснознаменной дивизии освободили село Незавертайловка и территорию будущего города. Днестровск основали в 1961-м.